певица, автор песен, танцовщица и актриса Тина Тернер продала более 100 миллионов пластинок. Песню «Simple the Best» – самое лучшее в ее исполнении – обожают спортсмены, политики и шоумены. Под нее выходили на ринг известные боксеры. Она регулярно звучит на домашних матчах многих команд. Ее часто включают на мотивационных собраниях и в ходе предвыборных кампаний. А для нас эту песню споет начинающая певица Дарья Скрипкина.